И всем привет, мои дорогие друзья, с вами Лаймстоун, и сегодня я хотел бы вам показать мото-майнкрафтную версию 1.16.2 под названием Save Your Pet. И, как вы могли догадаться из названия, сегодня мы будем спасать наших домашних питомцев. И как же я буду это делать? Как же я буду их спасать и, что самое интересное, от чего? Все достаточно просто. Теперь мы сможем буквально воскрешать наших прирученных животных. Как это будет работать? Допустим, у нас есть замечательный прирученный волк, но, к сожалению, нам придется его убить. Да, действительно, мы его, пожалуй, убьем. Мне очень жаль, но вот-вот придется это сделать. Во-первых, теперь с его смертью у нас в чате возникнет вот такое вот сообщение. Ваш любимый волк умирает, и показываются его координаты. И теперь мы видим его трупик. Да, действительно, это такой трупик, он валяется, но на самом деле... Это не труп. Да, это не труп нашего волка. Он просто ранен. Он валяется, ему плохо, но его теперь можно спасти. Через 24 часа, то есть ровно через один майнкрафтовский день, он умрет полностью и исчезнет. Но у нас есть возможность его воскресить. Точнее, даже полечить, потому что пока что еще он жив. Нам понадобится бинт для домашних животных. И вот так вот он крафтится. Да, вот так вот крафтится бинт для животных, то есть вам понадобится буквально бумага и какая-нибудь шерсть. И все будет хорошо, вы сможете его вылечить. Также у нас есть золотой бинт, который отличается от обычного бинта. Я сейчас расскажу, чем. Правая кнопка мыши, берете, и ваш волк воскресает. Все круто, все замечательно, то есть буквально мы взяли и спасли его. Но мы убьем его еще раз и посмотрим, что же нам дает уже золотой бинт. А золотой бинт нам дает регенерацию. Все дело в том, что обычный бинт у нас очень плохо восстанавливает здоровье. Дело все в том, что он восстанавливает самый минимум. Но потом вы можете сделать, например, бинт уже золотой, и да, вам на 20 секунд дастся регенерация для вашего любимого питомца. В общем-то, точно так же это работает, например, с лошадьми. То есть мы берем, забрасываем нашу лошадь зельями. Давай, лошадка, ты должна немножко прилечь, мы тебя немножко поцарапаем, пораним. Ну же, прикладывайся, и, как вы можете видеть, лошадь у нас прилегла. Также, как вы можете видеть, у нее осталось седло. Скорее всего, броня тоже остается, мы даже с вами можем это проверить. Давайте я возьму броню для лошади, берем броню, вот так вот, и мы это посмотрим. Итак, лошадка, вставай. И, как можете видеть, действительно, она встала, у нее все хорошо. Давайте посмотрим теперь, получится ли у нас сохранить. Да, как можете видеть, действительно, у нас также сохраняется броня. То есть ничего из лошади не выпадает, все остается при ней, она просто ложится немножко отдохнуть. Ну и мы, конечно же, берем и спасаем ее, прикладываем бинт, и она у нас встает, она у нас радостная и продолжит свой счастливый путь. В общем-то, вот так вот небольшой мод, в принципе, на мой взгляд, достаточно прикольный, достойный. Мне кажется, подобную механику даже можно было бы в каком-нибудь измененном виде реализовать в оригинальном Майнкрафте, потому что это, ну, все-таки немножко читерное, потому что, ну, получается, что уж больно дешево стоит у нас бинт, действительно, то есть это всего лишь шерсть и бумажка, но, тем не менее, все равно достаточно круто. Ну, а на этом обзор мода будет подходить к концу. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, зовите друзей, оставляйте комментарии, а также не забудьте подписаться на канал. С вами был Лаймстоун, всем удачи и всем пока!